Дорогие коллеги, студенты и сотрудники Белорусского государственного университета, поздравляю всех нас с годовщиной со дня основания БГУ. День рождения университета – это праздник каждого, кто причастен к его становлению, развитию, прославлению. БГУ – это не просто университет, где учат студента, транслируя ему накопленные человечеством знания. Наш университет – это прежде всего особая атмосфера, которая позволяет увидеть себя глазами других людей, лучше себя понять и исследовать, осознать свою собственную миссию, ответить на один из самых главных вопросов – «А зачем я здесь?». Это возможно благодаря тому, что мы в университете все очень разные, и в этой разности находится большая копилка смыслов и традиций, так необходимых для развития университета. БГУ – это стержень государственности, он всегда вдохновляет, позволяет чувствовать историческую сопричастность настоящего с его прошлым и будущим. Сегодня мы переживаем исторический излом и экспансию всевозрастающих скоростей, проникающие все глубже и глубже в нашу жизнь, но тех скоростей, которые поглощают смысл. Университет тоже испытывает на себе этот излом натурального и вымышленного, иллюзорного. И в таких условиях есть очень большая опасность потерять свое внутреннее «я», заблудиться в информационном шуме и приобрести все черты массового человека. Поэтому от себя лично я бы хотел пожелать, чтобы мы все знали и помнили определение не только тех субстанций, которые являются наследием человечества, но прежде всего открыли, знали и помнили определение самого себя. Человек, твердо осознающий, кто он есть, для чего он здесь, способен привнести вклад в стабильность и уверенность, в создание нового, в поддержание тех традиций, которыми славится Белорусский государственный университет, и обеспечить его эволюционное развитие, а также общество и страны. Я очень признателен каждому члену семьи Белорусского государственного университета за тот кропотливый каждодневный труд и неравнодушие к своему делу, которое прославляет университет. Ведь мы работаем с огромной ценностью нашей молодежью. В человеке нет пределов, но зато есть смыслы. Поэтому я от всей души желаю всем нам крепкого здоровья, энергии для достижения новых целей, поиска и развития себя, понимания в лице коллег и близких, а также спокойствия и вдохновения. С праздником, дорогой университет!